вами Александр Пивень. Сегодня я вам расскажу про вот эту маленькую колоночку. Группа компаний MediaU и КСРК совместно такой проектик реализовали. Эта маленькая колоночка, она многофункциональное устройство. Называется это MJ Box. Выглядит она примерно вот так вот. Я вот со всех сторон ее повращаю. Вот. И расскажу, что у нее размеры не очень большие. То есть толщиной она чуть менее 4 сантиметров. Высота у нее 5 сантиметров и 12 сантиметров длина. Значит, всю переднюю панель занимает решеточка металлическая динамичек. Вот. А сверху у нее есть кнопочки. Их 4 этих кнопочки. И сзади у нее есть некоторые разъемчики для подключения наушников, разъемчик USB, micro-USB заряд для зарядки аккумулятора, разъем. Вот, значит, что тут еще? Выключатель сзади у нас есть движковый, понятно, куда включен, куда выключен. И слот для установки micro-SD карточки. Значит, что она умеет, эта колоночка? Ну, во-первых, ее можно подключить к мобильному телефону на платформе iOS или Android по Bluetooth и использовать ее как внешний динамик для телефона. То есть можно музыку через нее воспроизводить, можно книжки на нее читать из телефона и вообще озвучивать все, что говорит телефон, с помощью этой колонки, если в этом есть такая необходимость. Кроме этого, она умеет работать как интернет-радиоприемник. Для этого у нее есть встроенный Wi-Fi, и можно подключиться к Wi-Fi роутеру или к какому-то другому устройству, которое раздает интернет через Wi-Fi. Также эта колоночка может служить плеером и воспроизводить музыкальные файлы или книжки в LKF формате, вот те, которые у нас в библиотеке, можно получить на флешке или скачать из интернета, из AV3715, из библиотечного ресурса и записать на флешку, которая устанавливается сзади в слот. MicroSD карточка туда устанавливается, поддерживается объем до 32 гигабайт. Вот. И, собственно, вот примерно все, что она может делать, не считая того, что можно всякие там плейлисты организовывать, станции в любимые выбирать. Значит, кроме всего прочего, эта колоночка может управляться с внешних устройств типа телефонов, смартфонов на платформе Android, iOS, а также с персонального компьютера. Это бывает необходимо, если вы хотите реализовать какие-то более расширенные сервисы для того, чтобы пополнить плейлист, к примеру, там организовать какие-то там станции в любимые, хотя это можно делать и на самом устройстве. Сама система предполагает, что вы можете записать около 200 ссылок на различные интернет-радиостанции, ну и, соответственно, если вы не будете их все слушать, то вы можете сделать себе выборку из какого-то небольшого числа, которое заносится в раздел «Любимые». Вот, собственно, и все. А теперь расскажу о том, что это все озвучено. То есть вы уже, наверное, слышали, что он сказал «пока», потом сказал, что Wi-Fi подключен, сказал, что радио. Значит, навигация по этому устройству осуществляется с помощью голосовых сообщений, то есть мы всегда понимаем, в какой режим мы входим, какую функцию мы нажимаем. И, соответственно, дополнительно к речевым сообщениям есть еще различные такие звуковые события в виде коротких сигналов, одинарных, двойных, чтобы можно было понять, что происходит. Значит, ну, например, вот захотели мы включить радио, поскольку уж мы включились в режим радио. Нажимаем на кнопочку. Всего 4 кнопки.
Одна кнопочка переключает функции, две кнопочки это плюс-минус, чтобы ходить там по радиостанциям, по книгам, по музыкальным файлам, по плейлистам, и кнопочка Play Stop. Собственно, все очень просто. Нажимаем. Радио. Один, два. Вот сейчас прозвучал набор цифр, который, в общем-то, просто это номер радиостанции в списке 112, которая здесь записана. В данном случае это радио ВОС. Можно кнопочками плюс-минус нажать вверх, допустим, на одну станцию. Один, три. Вот, 113 станция. Ну, пожалуйста, радио Рансис. То есть, сколько угодно радиостанций вы можете выбирать в плейлисты. Потому что во всех 200 ориентироваться бывает достаточно сложно. Ну и, в общем, всякие различные другие сообщения. Вот кнопочку «Мод» нажимаем, пройдемся с вами по режимам. Любимые. Любимые. Вот, если мы сюда записали какие-то радиостанции, то, значит, они здесь будут, радио. И можно один, будет их отсюда один, воспроизводить. Два. Ну вот, для примера я радио «Мод» записал. Можно еще что-нибудь туда добавить. То есть это все делается несложно. Можно ознакомиться с инструкцией, и там в инструкции подробненько все будет написано. Ну и, как обычно, инструкция будет находиться на сайте tiflo.pro. Мы ее туда выложим после того, как опубликуем ролик на YouTube и на нашем сайте. Дальше плеер. Режимы. Плеер. Вот, пожалуйста, читаем книжку ЛКФ. Книга. Один. Фрагмент. Один. То есть называет фрагменты. В середине августа, перед рождением молодого месяца, вдруг наступили отвратительные погоды, какие так свойственны север. Книжка запоминает место, где мы читаем, но для этого надо все-таки сначала отправить плеер в режим сна, а потом его выключить. Потому что если мы просто его выключим выключателем сзади, то место не запомнится. Есть закладки в книжках, которые можно устанавливать и потом на эти закладки возвращаться. Есть возможность ускорения скорости. Значит, вот я сейчас продемонстрирую, как работают расширенные режимы. Вот сейчас мы просто, если включим книжку, то у нас короткие нажатия на плюс-минус будут переходить по фрагментам. Фрагмент 2. Вот. Если мы нажмем... И после одного сигнала, вот два сигнала, и громкость. Детства, она всегда любила этот день. Нажимаем минус. И всегда ожидала от него. И после двух сигналов держим, уменьшается громкость. Если мы хотим регулировать скорость, то кнопкой мод тоже переводим его в режим расширенной навигации. Вот. Вот такие два сигнала после этого раздались. И теперь можем... Ехал свой брат Николай, товарищ прокурор, живший обновил вместе с ними, также уехал в город в суд. Муж обещал привезти немногих. Ну, вот такой сигнал обозначает, что скорость дальше не увеличивается. Теперь в обратную сторону. Этот сигнал говорит о том, что скорость пришла в норму. Ну, в общем, все это, конечно, надо смотреть в инструкции. А в общих чертах, вот... Такая интересная получилась вещь. Это, будем говорить так, многофункциональное устройство с возможностью чтения книг в защищенном, криптозащищенном ЛКФ формате. То есть на флешку можно записать книжки и тоже, наряду со всеми остальными функциями, читать это все. Значит, сейчас я хочу еще показать, радио, как это управляется с мобильного устройства. И еще скажу о том, что обновление программного обеспечения тоже производится с помощью кнопок на самом устройстве. И если есть новая версия программы и устройство подключено к Wi-Fi, то его можно обновить до следующей, более усовершенствованной версии приложения. Вот для приложения для iOS и для Android, соответственно, выложены в свободном доступе для Android в Play Market, в App Store для iOS. И с компьютера тоже можно управлять этим устройством, набрав IP-адрес этой колоночки в браузере компьютера. И таким образом тоже можем получить доступ. Значит, здесь вот можно
управлять этим устройством, выбирая, соответственно, или радиостанции, какие вам нужно, или же можно управлять просто плеером, воспроизведение, перемотками и так далее. Вот, нажимаем на play, и у нас устройство, соответственно, начинает... Хелфордом и многими другими рокерами. Пластинка получила название Every Six Seconds и вышла в 2005. Нажимаем, допустим, кнопочку «Вперед». Вот. Соответственно, включается следующая радиостанция. То есть можно дистанционно управлять это с телефона. Приложения бесплатные, их можно скачать. Называются они по типу устройства MJ Box. Как и где можно это устройство приобрести? Устройство можно купить в интернет-магазине. Для того, чтобы его приобрести, нужно зайти на сайт компании, набрав tiflo.mjbox.ru. tiflo.mjbox.ru. Более подробно, как это все пишется, у нас будет на сайте Tiflo Pro. Ну и, наверное, вот в канале YouTube можно будет там где-то в сообщениях написать, чтобы, если кто-то сомневается в наборе, как это все написать, можно было уточнить. Значит, там на сайте есть описание этого устройства и есть форма для заказа. В форме для заказа нужно указать свою фамилию, номер телефона, чтобы вам могли позвонить, адрес, куда нужно доставить устройство и, соответственно, будете ли вы применять промокод или не будете. Значит, изначальная цена устройства 3990 рублей на сайте. Но если вы введете промокод английскими буквами КСРК2018, то вы получите скидку в 1000 рублей. Таким образом, вы сможете это устройство купить за 2990 рублей. Заказывать устройство нужно с индексом S, то есть MJ Box. И буковка S должна быть еще, кроме всего, в конце. Это говорит о том, что это устройство снабжено дополнительным выходом для наушников. Потому что мы иногда слушаем книжки, используя наушники, чтобы никому не мешать. Вот на этом устройстве специально есть такой разъем. На устройствах с другими буковками такого разъема нет, поэтому обратите на это внимание. Ну вот, собственно, и все, что я хотел вам рассказать о такой маленькой колоночке, о таком многофункциональном устройстве. До новых встреч!